Жители студенческого переулка вместе с исполняющим обязанностями главы Самары Иваном Носковым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном осмотрели видовую площадку, с которой открывается вид на Волгу. В планах ее реконструкция. Нужно укрепить ее подпорную стену и обновить основание. Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков отметил, что ранее предложенный проект основан на устаревших исследованиях и требуется разработка нового. Еще раз обследование проведем. Посмотрим, какие технические решения, потому что начинать нужно все-таки с укрепления самой стены. Обязательно в рабочую группу возьмем представителей жителей, уже поделились, кто будет с нами работать, кто будет взаимодействовать и объяснять и согласовывать жителям эти действия, которые мы будем делать. Потому что хотелось бы, чтобы это был такой общий проект. В ходе встречи с жителями также было принято решение внести в обновленный проект благоустройство лестницы, ведущей на смотровую площадку. Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил уверенность, что после завершения всех работ это место станет визитной карточкой Самары. Уверен, что после того, как здесь мы наведем порядок, огромное количество людей, не только самарцев, туристов, гостей региона будут сюда приходить, приезжать, любоваться. И наша задача сделать так, чтобы самарцы гордились той красотой, которая у них есть, а не стыдились ей. В планах приступить к обновлению площадки летом. Августина Охременко, Валерий Майоров. События.